Нет, если в ночных клубах люди приходят, и молодежь, и танцуют, веселятся, да, или там день рождения справляют, презентации, это да, я за это. Но если там, конечно, наркотики, или там еще какие-то вот поступают вульгарно, или там домогаются друг друга, или там в сексуальном плане идут какие-то грязные дела, я, конечно, против этого.